Сейчас ты ее буду изнасиловать. Иди бани, блядь. Ты сходила в эту, в душ? Коза декоративная. Сама с ногой такой пойду. Сама не знаю. Ничего страшного. Какая разница, какая нога нахуй. Когда будешь без ноги, тогда вообще никуда не пойдешь. А это что такое? Кармане. А, это сиськи, что ли? Да, сиськи. В кармане. В кармане. Я думаю, ты что-то положила. Сиську у тебя как у кого. Я его и уйду. Ты же только что пришла. Ты еще и пьешь, деточка. Ну, пожалуйста. Мань, почему ты не перебинтовываешь сама ногу? Я не умею. Мне вчера перемотали. Я себе сняла, чуть не хуяла сама, блядь, сколько ноги ушло. Маяк надо побольше, блядь. Дура. Нахуй нам жалеть-то, блядь, твое здоровье. А мы, блядь, все равно жалеем. Давай, Буля. Что? А. Не знаю. На маникуль. А на сумке нет? Там и маникуль, и этот. А есть? Не может еще сам. А что за флагшон, блядь? Хуя псом, блядь, похуй. Не правильно же, блядь? Это вишневки. Нахуй ты вишневский, если тебя прорвало уже? Тебе сейчас заживать, чтобы надо. Вишневский, вот этот, который родился, да? Я у нее спросила в аптеке. Говорю, вишневский купи. Быстрее. Вишневский, нахуй, это, блядь. Ляпи, раз такую, надо лечить просто чаще. 2-3 раза в день надо перематывать. Рано утром. Не умею, ну приди сюда, пацаны сделают, не умею. Ёб твою перекись марганата калия. Один раз не насилуем, все нормально. Ну, по палке потом дашь им, нах, да и все это. Меньше и в расчете. Надо было раком стоять. Да, ну, и стерла все коленки об асфальт. Да, это прощение просила, на коленях стоял. Или в десятке дрюкали, блядь. В М10. Водитель быстро ехал, наверное, в заднее зеркало смотрел на вас. Вилял сильно. Все подписчики твои слова, кроме баня, вообще не понимают. Все, уже вошло в аналы. Побольше. Мазь побольше. Мази не жалей, еще купим. У меня уйдет внизу. А потом сюда, наверх, пошли. Ну, туда и это, сделай. На ногах. Сай. Я позже его еще замотал, когда я не стал замотать. Пока такая солнце, болячка. Пока солнце было, да. Перспективная болячка. Иди в баню. Иди в маню. Иди в маню. Бульба, иди в маню. Маня, иди бульбу. А вместе баня. А что? Раздвинь ножки, лапочка. Да я подняла ногу. Подняла? Я сижу, говорит, на берегу, не могу поднять ногу. То ногу, то ногу, все равно не могу. Я понял, я не понял. Я половину понимать начала их белорусов. Ну, конечно, у меня 3 белоруса было. 3 белоруса? Все померли? Нет, один. Один? Один дома. А второй, ой, последний на работе вообще. Один дома, Серега. Ты смотрел? Да, смотрел. Один дома, босс. Бля, Майя, каждый день 2-3 раза можешь делать. Ну, бля, ну... Приди, кто-нибудь сделает. Меня увидишь, Санька увидишь. Ну, тебе я, конечно. Да, от меня вообще пиздюль получишь, нахуй. Если в понедельник в баню не сходишь, нахуй, в душ. Штаны сними. Групповой секс, что ли? А если у Маньки руки в боки, ей похуй, на каком боку у тебя тюбетейка, бля. Ну, что там, один раз... Ты говоришь, куда меня несешь? Что, Манька, закуска есть? Блядь, ты зря говорил. Сейчас, блядь, ковыряет сумку свою, блядь. Часа полтора, да? У меня в этом пакете.
Если Валера опять несу кофту. Ты куда нарисуешь? Ну, конечно, кроме хлеба. Я ебать себя рисую тебе дядька. Вот, осталось только еще. А что значит сказал? Голодный ребенок, ты знаешь. Тополиный пух. Ну, что, пацан здоровый такой, да? Кто? А Валера? Валер, Валер, Валере вот такое ведро бы, дай, он сожрет. Он что, он тебя еще съест. Если бы нормально приготовили, съел бы, да? Ребята, давайте вот так сделаем, чтобы по стаканчике подписчики, тот, который лайк ставит, за них, за нас, за Саню, будем стаканчик поделать. Давай. Поехали. Только за. Только за брата. Заводи бульбу. Она уже в позу становится. Чудо. Чудо. Позу становится. А карточка чья? Это я майку хотел. Это тройка. Майку там. Стрелка тройка. А там есть что-нибудь на ней, не знаешь? Я не знаю. На Манюш. Мало ли, что лишь-то откроешь. Лишь-то не бывает. Я, да? Ой. Ты мне мозги выебешь, как остираешь. Манька, стой так. Не, морально говорю. Четыре еще. Я морально сказала. Вернись к лесу передом, а к Ивану задом. И немножко наклонись. Иди ты зад туда тоже, а. Садись. Манюш, хватит там ревизию делать. Зря ты сказал. Зря, да? Все, пиздец. Манька пропала на полтора часа. Манюша! Потерялась. Пизда, Валер, потерялась. Не потерял. Опа, что-то пожрать нашла все-таки. Нет. Нет? У меня рюмка есть. А-а-а. И пятку. Себе. А это что? А это что? А у меня такая бутылка. А это что? А, это же бокал. Ага, да. Иди, Валь. Это козырная, а это обыкновенная. Да. Ну, я умею. Вот как мне. Давай, эти надо. Вот эту зеленую точно не надо. А то полбутылка сейчас заберу. А я не тебе, а? Давай, присаживай. Держи. Медикаменты прибери. Что пришла упаковываться? Пока мне... Как возьму рисунку? Чего мне есть? Смотри, ебашь. Боинг задали. Тут завтра бензин брать. Чего будешь брать? Я говорю, опять бензин покупать. Слышь, когда ты будешь рожать? А пахнет метод. А люди мне говорят, что... Люди мне говорят, что ты от меня беременна. Пускай, что хочешь, учитель. Это неправда. А им просто видит у меня полный такой животик. Все у меня у матери вот так. Все было на занавеску, да? Идите, знаешь, куда. Кстати, на обоих, на обоих. Мы к тебе... Мы к тебе жених... Слышь, Манюш, мы к тебе жених нашли. Жениха тебя нашли. Че, кавалер от Бога. Красивый. Как раз Бог. Налейте водить. Как раз голосом будете поменять. Только он это самое. Ну, не, разговаривать вы поймете сейчас одному. Ребята, что я хочу сказать. Спасибо за всем. Поставьте лайк, подписывайтесь за вашу подписку, за вашего лайка. Мы вот выживаем. Как а вот, можем. Да, как можем. Правильно сказать. У нас вот, я не знаю, вот, человеку за спиной говорите, говорите, что хотите, то и говорите. А мы вот вместе сидим, общаемся. Вот я вижу человека, да, кто он есть. Я вот могу за него сказать слово, кто он, что он, как он ходит, как он помогает. Не надо вот за спиной говорить что-то, блядь, звонить. Просто кто-то много лишнего говорит.
Просто, ребята, то, что помогаете, дай Бог вам. От Бога. Спасибо, от души, от здоровья. Аллаха, это возвращает дважды, трижды и больше. Благодарю вам. Низкий поклон. Всем здоровья. От души. А, не отключайте, сейчас будет этот групповой СС. Идите, знаешь, куда. Жалко, что ли? Ты же уже не силочка. Я же тебя изнасиловал. Идите, баня. Че? Сейчас будет, вас хотел меня замшу выйти. Вот так вот. Да, не, у него не получится. Не выходи никого. А я не собираюсь. Мы тебе уже нашли. С квартирой малой. Квартира, блядь. Ну. Да. Однокомнатная квартира есть у меня. Паровоз. Да. 4 утра проезжает. Свой паровоз. Пойдем паровоз. Мы пошутили. Куда ты пошла? Посрать. А стоя посрать? Где я что, обоссаться должна? Баклажка тебе дай. Баклажка может дать? Ведерко. Не падай. Иди за контейнер. За контейнер иди. А то она сейчас станет тут и уже похуй. Да пизды вообще. Где чего? Жалко смотреть. Ну. Лет 40, да? А? 40 лет. 41 скоро будет. А, ты 80 уже? Да. 80. У нее 19 июня или июля, наверное, июля, день рождения. Смотри, как они пиздят. Пиздюшка, блядь. Ёпа, красоты, блядь. Она сама себя... чё там контейнер двигался, блядь? Струёй как уебало, а контейнер там на выход пошёл. Ты чё там, корабль разгружаешь, что ли, блядь? Ох, Машка. Так, чем мы там приторговываем? Держи, говорю. Это ты должен держать, а я буду бить. Да что ты, а я сейчас не держу. На, слону дашь или тебе, я не знаю, кого имя нахуй. И что себе делать? А слону отдай. Башки только бить. Что, нашел на 100 граммов? Нашел. В мире не без добрых людей. Я понял. Ты кастрану идешь? Да, а да нахер они ему нужны? Ну это будете хуйней заниматься. Как дал бы, блядь. Ты все, как, Валерчик? Нормально. Нормально? Нормально. Без Валерчик. Как Серега. Нормально. Как Серега. А я не знаю, я не звонил ему. Чё ты мне снимаешь, хороший? Домой, ты не мой. Чё, позвонил? Домой звонил. Кто? Кто, сестра. Оказывается, долбоёбы там смотрят. Ехать можно к нему? К нему? Ну ты позвони ему, заряди телефон и позвони. На телефона нету, а зарядки нету. Шнура. Блять, ну во всех есть этот шнур. Звони Буча, скажи, пусть мне куртку купит. А у тебя что, куртки нету? Да, блядь, где-то Женя увез, я пока ходил на рынок. У меня моя красная была. Пусть спустится, блядь. Он на... нихуя не делает. Я сейчас, в принципе, за гитарой к нему пойду. Сейчас разберемся. Блять, мне это. Ты охуеешь, ну. Штора там нужна? Штора. Штора? Не, мне не нужна. У меня окна нету. Да, да. Тут он мне орет, дворник. Это, ребята, спасибо огромное за донат. На донат Алерс нам прилетели денежки.
Вот я купил ребятам пузырь. Сейчас отнесу. Так. Пригласили меня на Новый Арбат в бар «Жигули». Сейчас поедем туда. И сейчас подарю Мане. Вот, для семейной фотографии. Эта штучка такая мягкая какая-то. Маня, я тебе принес свадебный подарок. Иди ты в баню. Вот, видишь, вот сюда ставишь семейную фотографию. Иди в баню. С Асланом. На. Иди в баню. Смотри, какая мягенькая. А где уже Бульба улетел? Пошел. А, в туалет? Его Кирилл зовут или как? Никита. А, Никита. Там лазит возле Бристоля. Мозги тебе не выебу. Задолбанец. Кирилл еще курточку. Чтоб не замерзал ночью. Мудаку спасибо. Хоть домой не пускает, но вот его выпасть. Спасибо. Ну, у него это, сестра вчера ночевала и сегодня, наверное. Блять. Еще точно неизвестно, но... А вы что, в эфир пойдете? Не, я сейчас поеду на Новый Арбат. А, я думал, ты уже кошла. Не, я уже сегодня там... А кто там Аслан, а еще кто? Аслан, Бульба, Машка. Бульба какой, Сашка? Не, другой там бульбаш. Ну, он Сашка, но другой. Не наш. Не из старой гвардии. Ночной совок. Друзья мои. Ну и сейчас такая маленькая сенсация на нашем канале. Маленький сенсаций. Где наша сенсация? Ну, во-первых, я сломал гитару. Не я сломал. Не знаю, почему она сломалась. Сейчас мы с кем-нибудь поздороваемся здесь. Вот она, Манька. Космос. Гарсончик, дорогой. Здравствуйте. Как ваше ничего? А? Не понял. Она не играет. А где количество? За бухлом пошел? Ну, прогуляться. Еще как у тебя жизнь? Ну, я живо. Живо-здорово? Всем привет. Татьяна Анатольевна, кто увидите, сразу бейте ей в ебало. Что случилось? Сука неотвертимая, блядь, нахуй. Документы только-только сделал в полном комплекте, блядь, нахуй. Подвернула своему тотальному, блядь. Документы спиздила? Полностью. Сесть в пакет. Все восстановило. Вот иду. Ничего себе. Ей же просто не нравится, чтобы я действительно буду с документами. Ей же нравится, когда я вот здесь, вот на улице, вот так. Специально что? Да. Гандонша есть, гандонша. Я говорю, Федосюк, Татьяна Анатольевна, кто увидит, бейте прямо в ебало. Кошмар. Всем тем, бля, кто меня знает, бля, кто меня знает. Нахуй отсюда съебите. Ну, не особо так весело. Я понял. Пойдем к нему на другую поляну. Не понял. Там будет спокойно. Да, я тоже так думаю. Пойдем, это я что-нибудь... Куплю, угощу вас. Да я никак не знаю, куда Колючий, блин, пропал, блин. Куда он делся? Это у меня только телефон есть, блин. У Колючего, как обычно, ничего нет. Блять, я на Арбат ездил, хотел бабок поднять, нахуй, ебать. Сломал гитару, нахуй. Ну, понятно, бывает. Я ему сказал, ну, будет со мной рядом, блин, все будет нормально. Ни хрена он, блин, он как обычно.
Ему сказали, надо подвигаться, куда-то надо пойти. Ну, она, они на манеже, как обычно, одни те. Ну да. Ну, блядь, колючего прям я бы увидел. Он спать пошел, он бухой, нет? Ну, он так слегка выключил день. Поток, очистился, я не знаю, куда идти. Он даже ни черта не сказал, как я. Как обычно бегает то туда, то сюда. Я понял. Я же, как обычно, в своем репертуаре. Космос, ты, блядь, разогнал нахуй филафи, ебаный в рот. Ты можешь дойти, блядь, 100 метров, нахуй, до базы, переодеть портки, блядь? Я совсем недавно ему принес. А вон там висят они уже, 3 дня висят, ебаный. Я вот эти вот ему совсем недавно. Маня, как нога? Охуенно? Не ноет. Не отвалилось еще? Да вы что ли? Маша, ты не шути, а? Ладно, поговорим за кадром. О ком писали все газеты, блядь? Ёбаная тетя, как ты постарела. Здравствуйте, здравствуйте, чесмею, чесмею. Подписчикам привет передай. Ну, здравствуйте, товарищи, господины. Значит так, у колючий уже нарисовался. А что вы хотели? Хуй сотрешь. Что, в сказку попали? А я не один. Мозгорыныча. Вам, а не фигушки. Не, это не вам, это я себя показываю. Тихо, блядь. Ты мне еще живой нужен, ебаный в рот. А вы не знали случайно Моль? Кого? Моль. Раз, елка, Новый год, епта, блядь. Борода званы. А, кстати, ты привет большой. От кого? От Андрюхи. Он сейчас только что говорил. Все, поехал. Что за Андрюха? Андрюха, епта. Какой Андрюха? Блин, епта, блядь. А, Андрюха Леонозовский? Вот, только что поехал. А не ваш друг, ну гады. Как зовут? Моль. А, не. Это не твой друг? Это откуда-то с Казани он, по-моему, да? Погоняла Моль. Татар, что ли, блядь? Татар нам не друг, блядь, нахуй. Нет, это не татар, это в Москве. В Москве, да? Вот он, да, в Москве. Я не знаю его. Сейчас заново поставлю. Моль. Я где-то видел. Че, или сюда принести? Колюхи. Ау. Че, Сань, пойдем сгоняем. Куда? В магазин. Пойдем, где стало. Я снимал. Ау. Че, мужик, запись. Моль. Тебе звонить. Ну, Саня, пойдем. Мы приехали, блин, для того, чтобы, блин, чисто всем привет передать. Ребята, не скучайте. Че, а где пропадаете-то вообще? Значит так. Да. Дядя Вова Колючий вместе с дядей Горынычем. Да. Значит так, мы передаем большой-большой привет. Итак, здравствуйте, елка, Новый год. Борода из ваты. А ты подарки нам привез? Какие-то раз горбатый. Да, это не мой. Кому? Чего? А, вот, видите? Вот так всегда. И 33 сорнетки. Это YouTube. Это YouTube. Ты что-то говорили? Смотри. Я так скажу. Ну, нас снимают. Ну, я тут так прекрасно понимаю. Все, не отвлекай, блин, тогда, блин. Я тебя очень прошу, брат. Погоди, говори. Он тебя не отвлекает. Да. Ребят, мы не так надолго умерли, блин, насколько вы думаете, что мы умерли, блин. И вдруг воспалилась русская душа. Че, сами откуда, ребят? Товарищи подписчики, у меня будет свой аккаунт, да? Ну,
что-нибудь придумаем. Но есть маленькое но. А вы были когда-нибудь на Красной площади? А вот если мне такой вопрос, как все? Слушай. Были когда-нибудь на Красной площади? Вот видите, все сразу такие. Опа, задумались. Что-то было, тоже не было. Подожди. А вот сейчас. Не сейчас, а потом попозже, или как? Ты расскажи. Супер-пупер, блин, скажу, блин. Это, нихуя, колючка, где тебе подписчики говорят, тут там тебя видят, тут там, блин, где ты в итоге-то? Блин? Ребятки. Тут там 100 грамм, тут там 100 грамм. Невозможно увидеть на одном месте. Знаете что? Мы и там, и здесь, и везде. Господа офицеры, У тебя же есть мой телефон, хоть бы раз позвонил, Гарри. Ага. Вот кому? Сейчас у меня есть твой телефон. Да. Сейчас. Вот. Смотри, Москва большая. Москва большой. Большой город? А я что, блядь, разделю, что ли? Я вот сегодня вот приехал, чисто приехал. Вот надо было приехать. А у меня машинка стоит, кстати. Вон, твоя, да? Вон, да, вон, блядь. Какая там, Land Cruiser Prado? Она спряталась. Ой. Ну так, ну, чуть-чуть. А что сделать? Это не я шофер, это он шофер. Это а он шофер. Бы ты, да? Это он шофер. А не я. Это он шофер, а не я. Я сам не люблю, когда меня возводят. Ладно, что ли? Ой, что вы говорите? Ну что, будьте здесь. Я сейчас это, вон, до пирожков пивка куплю вам. А почему прогуляемся? Пойдем прогуляемся. Прогуляемся? Ну пойдем, что-нибудь расскажете по дороге. А вот по дороге как раз и будем разговаривать. Побудь со мной. Если я на одном буду месте вертеться, блин, тогда я вообще ничего не могу. Колюси, ну по тебе соскучились подписчики, ёпте. Блин, некогда, бабай, ну, Москва. Про Гарика знает. Постоянно спрашивают. Где они, чё они? Как? Ребята, я вам просто прямо скажу, из старой гвардии осталось только два офицера. Больше нету. Это только Колючка и вроде как я. Я всего лишь старший. Два говна, две ложки. А больше нехуй остаться. Вот, видите? Это, конечно, не я, но это мое. Не подходи. Застрелят нахуй. Эти ребята не шутят. А что делать? А что я? А куда ее девать-то нахуй? Она же заебала. Бля. Вот, ну пулеметами пока нет, завелись, но скорости будет. Я понял. Настреливать будем тогда при каждом, блин, моменте, блин, сразу на них. Ну, так приходится, блин, а что делать? Нас очень многие ненавидят, очень многие любят. Но мы тоже любим вас, те, кто нас любит. А те, кто нас ненавидит, тех... Чё там, колючий, орден ищешь? Да нет. Орден потерял. Чё-то потерял, а чё? Ох, колючий, я ради тебя, блядь, бросил Арбат, нахуй, прилетел, ёбаный в рот. Кстати говоря, господа офицеры, да, между прочим, информация идет у вас сейчас вам на сайты, блядь, прямо с прямых улиц московских. Прямо, это мало кто может снять, цените. Это нет. Очень редкое. Чё снять-то? Ладно тебе, мне всем баня. Вот они. Старая банда. Не сделай мне, блин, так, чтобы тебя люди любили, блин, а не потому, что тебя не найти. Ну, ну такие, бодрячком вы держитесь. Ничего. Старая гвардия. Ноги. Легион. Ноги, руки целы. Вроде как бы да. Головы ее и не было нихуя изначально. Да. Что такое культура? Ехал в Бомбей.
Я тебе придурки записал, а? Гук. Я что, с придурком летом? Я что, с придурком летом? А? А? А что ты, а? А и? Губа сейчас не бухает, с мамой помирился. А губа не бухает? Да. На долгий век? Ну не знаю, вот месяц там он живет месяц? У нее. Она прописала вроде его. Рекордсмен. Вроде прописала его. Нифига себе, конечно, хорошо. Хорошо бы у нас было, да? Бутчик, колокольчик. Я не могу. Мне очень страшно с вами, конечно. Опасаюсь за свою себёхонцу. Так, колючий, ты что будешь, виски, коньяк? Да ему сразу бренди. Бренди, да? Может, по ебальничку ему сначала? Чтоб не расслаблялся. Так, сейчас мы выключим, а то тетка испугается. Что, жрать хотите, не? По пирожку купить? Ну, если возьмешься. Девушка, дайте, пожалуйста, два шашлыка. Вот на полтора. И две яблока. Чего? Да. Да. Пойдем. Сот 50. А давайте три шашлыка. Или нет, давайте эту свиху одну. Я 20 рублей добавлю. Какой канитель? Ну мы, короче, ходили с Гарвином, блядь, на электричку, блядь, у Калуши. Ну в подъезд я вас, блядь, заведу. Ну видишь. До утра в подъезде. Перекочевряжите. Ну видишь, Гарвин не хочет там, блядь, пиздец, как ее, блядь. Так, звони сюда. Встань от людей. Вон, там присесть можно, вон. Вот, дальше, по прямой. Где? Вот, ёпки. Вы что, здесь не сидите? Вот, охуенная лавка. Че? Раз, и все. Я еще могу не бросать. Вон, по пирожку я купил, возьмите. Хавай, Гарик. Я пирожок пока не буду. А? Давай. Ну, пейте пиво. На. За последнее время очень много, блин, странностей происходит вообще в этом мире. Люди меняются со скорости ветра. Скорости свиста, блин. Пожалуйста. Все, я когда, блин, закончу, потом вы, блин, расскажу. Мне очень странно, блин, насколько люди могут меняться, блин, сегодня, блин, они такие, завтра они такие, блин. Но почему-то одно единственное не надо забывать. Те, какие мы родились, те, кто мы есть, надо те меняться. Да ты жри, блядь, ёб твою, господи, да, блядь. Они едок. Будь, блядь. Ну, это вы на нас не обращайтесь. Это мы так... Между собой общаются. Однако все-таки будет странно узнать, что люди действительно превращаются в зверей. В военных моментах, вы знаете, это сложно передать. Насколько одного человека, ну, ты знаешь одним, а через некоторое время он превращается совсем в другое. А так, у нас все хорошо. Колючий, ты как? Ну как он может быть? Ешь пирожок. Честно говоря, я бы лучше закурил бы.
не надо на меня смотреть. Да, дядя Гарри. Я предусмотрел все, ёпта, я и сигарет тоже купил. Ну держи, чё ты. Так, ты тоже взял и ушел в тот момент, когда мы чисто идем. Вот, как бы на сегодняшний момент, я бы как сказал, дорогие подписчики, ребята, хочу сказать одно. Сделать красиво, мы и так же сделаем красиво. Дело не в этом. Дело все в маленечко другом. Вот мы, блядь, ну, идиоты, блядь. Хотя я так думаю, что все идиоты. Ну, может, и не идиоты. Но, тем не менее, я знаю такой мнение. Значит, так. Вы иногда посмотрите вот на ту девочку, которая зовут. Ты разговаривал, что ли? Я прекрасно знаю, какой был у нее пацан. Это ты прекрасно знаешь. И какой она была. Другие люди поближе. Стареем, стареем. А что, стареем, бля. Что, кому-то. Кого-то она знает, блядь, ебать мои колеса. Ой-ой-ой, блядь. А чё, ты можешь... А ты прямо Ален Делон, блядь. Колюсь, ты себе бабу не нашел, не? А? Бабу не нашел себе? Кто? Ты. Нет. Нет? У нее и несколько. А мужика? А она меня ищет. А, она тебя ищет? Да. А ты уебываешь по всем вокзалам от нее, да? Бегаю, придурок. А мне, походу, блин, Татьяна Анатольевна убежала, потому что у меня на всех вокзалах по бабе. Да. Чтоб я свое упустил, так не получится. Не, не, ну шутки, конечно, шутками, но дело в том, что... Че? Да такие шутки бывают. Ты, промежуток, иди отсюда, нахуй. Вот он, блядь. Дай попиздеть, а. Вот он, блядь, попиздеть. Ай, пиздеть, блядь. Но это мы можем позволить тебе с ним, а другой попробует позволить. Ну, ладно. Это иногда плохо заканчивается. Дай попиздеть-то, ебаный стар. Попизди! Да, заткнись, ёбка, побывай. Заткнись сам. Ладно, значит так. Я пока попью. Слишком ты не употребляй, а то отнесусь по-другому, блядь. Пей до дна, Гарри. Я тебе, блядь, это он мне предъявил, да? Значит так. Да. Ребят, ну, честно говоря, вот ищу, блядь. Вот, честно говоря, заколебался искать. А чё? Чё? Ебать, лето, жара, когда солнышко светит, ты думаешь, бля, вот придурок, блядь, растец такого. Ну а чё, мужики с мужиками, ёпта, блядь, нихуя себе, блядь. А мне говорят, слышь, ты, придурок, оденься. Я говорю, кто, я, что ли? Да. Ну нихуя себе, сказал я себе. Он говорит, так, минуточку. Я говорю, что дальше? И тут приходит полиция. Так, молодой, вы нарушили правила общественного движения. Общественного движения. Я говорю, не понял. Общественного порядка. Общественного порядка. Ну, движение просто. Ну, вы нарушаете правила общественного порядка. Чего? И ты в глаз, да? С мостиком. Ну только форму, наверное. Правильно? Ахуеть, кстати. Ну ладно. Не надо было со мной шутить, когда меня уволили из МВД. Потому что я бы нашел, за что прицепиться. Дядя Жуков бы сказал бы другое, блядь. Совершенно другое бы сказал.
Уволить нахуй! Сейчас следующих тебе, блядь, очков, блядь! Каких очков? Чё, хуял твоя голова, блядь? Конечно, конечно, нахуй! Я чё, рапорта? Блядь, вот скотина, блядь! Я еще и, блядь, шнурки клал до сих пор, блядь! Скотина ты, блядь, несуразная, блядь! Ладно, за это пивка, блядь! Блять, она мерцает, камера со стороны, от фонаря надо вот так. Вот о чем могут разговаривать бывшие МВД? Вот тебе и весь разговор. Россия, конечно, щедрая. Нет, кстати, слышишь, Горы? Я вот, ну, тема вообще охуевает. Смотри, вот мы сегодня приехали с тобой на Саук, да? Ну, хуй, прождали человека, не вопрос. Ну, вот это вот блядство, которое я сейчас увидел, ну, скажешь, что не блядство, но... А вот потому что это такое нет, вообще, не пойму. Сейчас нет тех людей. Сейчас не то время. Мы уже ушли в запас. Ты хочешь сказать, что мы, блядь, ничего потеряли, что ли? Нет, мы ничего не потеряли, мы просто ушли в запас. На время. Нет, дело все в том, что нас помнят, знают, но не поминают, блядь. Вот слава Богу, слава Богу. Слава Богу, что так. Да. Ну, правда, гадского, грязкого я пока не увидел, хотя мне очень многие об этом говорили. Ну, я, может быть, не настолько долго времени, честно, пришел сюда, чтобы мне нужно вас забрать. А ты знаешь, сам понимаешь. А ты знаешь, я, честно говоря... Очень долго, но торчами, пожалуйста, именно чистили, да, чтобы прям понятно, что здесь действительно кто, а что не то, а что как, а что зачем. Потому что потом было скидать, блядь, нахуй, блядь, чисто на тех людей, на которых не надо скидывать. Нет, Гарик, я... Да нет-то нет! Подожди, Велочка, я хотел сказать одну маленькую вещь, да? Вот, честно говоря, я бы хотел вернуть чуть-чуть все обратно. Ну, не вернешь все. Но чуть-чуть у нас так получится. Моложе? Нет. Че моложе? Ну, знаешь, постарше. Нет. Постарше тебя еще. Я тебе просто другое скажу. Ты меня старше? Да. Ты меня старше? Да. На полтинник. На полтинник. Ты мой ровесник. Троих пизду я правильно. Понял? И ты сюда же. Вот поэтому мы с тобой друг друга как-то понимаем. О, мудак, он пищит, блядь. Ты воевал, я воевал, поэтому ты спокойно так разговариваешь. Так, короче. А вот с ними разговаривать не получается. А что? А в чем проблема? А в чем проблема? Я тут не чего? Я иногда делаю скачу по армии. Кому? Потому что у них понятия не настолько. Вот ты меня вытащишь из огня? Я да. Ты сегодня увидел. Я тебя вытащу из-под огня, ты знаешь, что это. Ты сегодня увидел, что я мы с тобой из-под... поделимся с последней кроткой хлеба. Да, блин, ты сегодня увидел. Стой, блядь! Не певец! Не блякай нахуй, ебаный в рот. Так я тебе о чем говорю? Да блядь, а у них нету этого! Да мне насрать нахуй! Ну тебе-то именно насрать, вот я тебе почему и говорю, делай скачуху им. Кому? Потому что они чему? Что потому что они чмошники! И да мне насрать, кто они есть нахуй! А нахуй тебе тогда мне рычи. Это ты на них рычишь, я на них не рычу. Что ты говоришь, блядь? Я с ними разговариваю. Да ладно, блядь. Я думаю, блядь, творите. Пока мы посмотрим, Гарри, что вы дотворитесь. Вот ты за что борешься, а то и напоришься, блядь. Я не борюсь. Все, хорош. Чего, блядь? Я свое отборол. Да ладно, хорош, нахуй. А нихуя и лука мешок. Тебе показать, где лежит, сейчас пойдешь и чистить будешь. Че, долбоем, что ли, а? Сам долбоёб. Гарик,
Ой, блядь, мама родная. Как я немножко сам. Прости, природа, блядь. Или я дебил, или лыжи не ездит, нахуй, а вы забили, блядь. Смотришь, на асфальте лыжи работают, то ли лыжи не едут, то ли ты ебанутый. А ты ебанутый. Да я нихуя ему колесо. Ебать мои колеса, блядь. Показать тебе же. Что? Сейчас пойдешь и чисел. Сука ты, блядь, после этого. Да сука, я не сука, блядь. Не, я имел... Я сволочь, конечно, последний. Базара нет. Ну, да если сволочь у меня кто-то еще попробует назвать, это тебе простите, потому что ты со мной кусок хлеба делаешь, братик. А вот другому этого будет... Убью нахуй. И я сам. А как если, а если кто-то тебе это скажет, я тем более убью. Вот. Это я, когда ты замерещал, я побежал нахуй. А никто не подбежал. Никто. Да пошли они нахуй, слышать, нахуй. Попробуй что-то доказать. Ну что, а я ломанулся нахуй. Да я знаю, что ты меня услышишь. Я просто услышал, думаю, Гарик Орешкин. Ну тебе в баню. Нихуя, думаю, ебать, горыжи, блин, нихуя себе. Да мне даже, блин, одно удара. Ну нахуй, ебаный урод. Не получилось. Да хуже, что меня похоронили, нахуй. Шкурка, я ему прямо... Да пошел он нахуй. Еще раз ему сказал, шкурка. Пошел нахуй. Он, блядь, стоит, трясется, пусть трясется, блядь. Черт на катушках. Нехуй делать в моем, блядь, гарнизоне. Ой, пошел нахуй, черт на катушках, блядь. А это вы не обращайте, это мы сами свое. Хорошо в краю родном, пахнет силосом говном. Выйдешь в поле, нихрена, сядешь срать. Далеко тебе видать. Ты, блядь, пофиг. Чё пиздишь там? Сам. Когда-то в этом районе я очень много прожил. Я действительно очень благодарен этому району. Очень хорошие люди живут в этом районе. Это Савёлов. Я в этом позиции прожил до хуя. Я прожил только во втором. Я в первом прожил. Да хуя прожил. Во втором блоке. Я целую зиму прожил, считай. Я практически 4 года прожил. Сколько? 4 года. Сколько? 4 года, и чё ж тебе повторить? Это хуйня. Дурак. И не одна сволочь, ни слова. Ты знаешь, сколько прожил людей, да? А спасибо ему и тем старушкам даже, которые мне выносили банку. Я знал, что у меня на этаже все чисто. И ни одна наркоманская, блядь, нахуй, не пройдет прямо там. Никто не бросит там ничего. Ни одного окошка, ничего. Потому что это было сделано очень чудо. Комфортально. Говорит, дай ты куру, а? Поможем? Да. Ты даже не знал в тот момент, когда вы были, блядь, вот здесь вот. Вы даже не знаете, что именно вот здесь, вот через ванну. Конечно, не знал. Конечно, не знал. Здесь. Я знал только, знаешь, что единственное, что здесь никто не будет. Вот я на тот период знал. А знали только 3 человека. 3. Знаешь, так почему? Потому что эти подъезды еще были открыты. Ну, так. Не выйти. Чисто символически. Я не знаю, может быть тебя, еще для кого-то. Даже в год. Да и ему что ли нахуй. Вот именно что. Вот. А никто не предполагал, что и почему, ебаный. А я просто выходил с утра на балкон, садился, читал газету. Что у нас новое? Татьяна Анатольевна, а я думаю, Татьяна Анатольевна, блядь, что тебе не спится, блядь? Слышь? Я говорю, мне не спится, потому что я газету. Слышь? А я думаю, ебаный урод, с какого хуй там вообще газету валяется, нахуй? Думаю, ебаный. Да не в этом подъезде, ёб твою, господа. С балкона кто выкидывал газеты, хоть и в пизде. Ты чё, дурак, блядь? Чё, дурак? Идиот, блядь, нихуя я тебе подыгрываю.
Потому что это был, блин, совсем другой блок. Это вторая, блин, чисто башня. Там у меня было всегда чисто. И туда попробуй, зайди хоть кто-то. Наркоманов сразу там оттуда смыло. Я им просто один раз огнил. Заткнись! Ты что мне рот затыкаешь? В тот момент, блядь, я тебе еще раз говорю. Знаешь, я тебе рюкзак даю, что я зайду во второй подъезд. Да иди, заходи. Я зайду. В третьем подружка моя живет. Которую назад поебывался. Да не похуй. Кто там тебе ебется, блядь? Ничего. Вот, я тебе говорю, я же во второй подъезд зайду. Чего ты никогда не зашел ко мне в блок? Чего? На второй блок, почему не зашел? Да и ему что не зашел. Вот и все, аут, Вася, у тебя уже почти желтая карточка. Слышь, ты, Вася, блядь. Сейчас красная будет. Пока. Пока. Жалко, у меня ноги. Я бы от тебя убил. Хуй бы ты меня догнал. Да я с собой не чихну. Все прекрасно понимают, те, кто слушал, все прекрасно понимают. Здесь прошла моя практическая жизнь, вся молодость. Все, кто мне близок, все, кто мне дорог, остались здесь. Все, кого я помню, всех, с кем дружил, всех, с кого люблю. Это можно, Савеловский вокзал, Осиновый, Чесогорье и все. Это наша юность. Этого от нас не отнять. Мы остаемся такими. И мы уже остались чисто стариками. Да нихуя и лука не шло. Понял? Нет, держи. Эй! Хочешь? Я хочу с тобой. Чё ты меня чурку на том? Я хочу, чтобы... Какой же я тогда чурка? Братик, ты пойми мне одно. Русские на войне свои. Колючий, ну что тебе взгрустнулось-то, я не пойму. Что ты вспомнил? Репу чешешь. Да как? Маленько думаю. Убить меня тебе, блядь, сегодня. Или куда попозже, а? Не, я вот, знаешь... Дай пять, а? Чё тебе надо в жопу, а? Жопу я тебе, блин, сам могу. Нахуй! Мне тебе предлагать, если кому-то могу. Да пошел ты в пизду. Ну, спасибо. Чем тебя задача-то? А чем ты меня можешь озадачить, кроме того, что я уже не вижу? Я уже думаю. Что же я вообще не вижу? Ну, вот это дело. Берег моря видел. Ты дохуя что не видел? Это надо пояснить. Сейчас попробуем. А просто подрази здесь. Сейчас попробуем. Тебе кое-что объяснить. Значит так. Дважды два умножить на четыре. Сколько будет? Началось. О, не боевая обстановка.
Чтобы боевая. Я имел 30. Вот как раз и боевая. 22 умножить на 2. 22 умножить на 4. 6. Договорились. Тогда я присяду. Я еще слежу за объемом, слежу за подразделением, слежу за тем, что... А почему некоторые? Нет, почему некоторые говорят в гости? Потому что так надо. Почему? По кочану и по капусте. Так, пизди нахуй, а то много будешь валяться. Пизди, пизди. Они тебя уже давно искали. И вот новое сознание, учим парса, получалось на свидание. А ты же так, что ли? Я пока что в своем. Да ладно, блядь. Ебать. Прохладно. Ребят, вот дело в прошлом, да? Я вот, честно говоря, да. Здесь он меня ненавидит. Да иду в жопу нахуй, а. Это... О, мудак, еще, блядь, честно слово, блядь. У тебя фамилия Мудакевич. Чего? Стерп ты, блядь. Выебали, блядь, нахуй, блядь, наши мозги, блядь, нахуй. Поэтому наши и проиграли на чемпионате. Стерп горимый. Мудакевич. Да. Вам Россию не понять, блядь, действительно. А знаешь, что я говорю, блядь? Вам Россию не понять, а шину молчим не измерить. В России есть другая стать. Россию на вопрос верить. Ты что? Чувачка спросит. Слышь, ты чувак, нахуй. Эй! И тише, блядь. Я еще раз и подробности. Поешьте, ребят, по пирожку, пока они теплые. Ну, как-нибудь. Потом поговорим. Колючий. По пирожку ебаните, пока они теплые. И тёпки мы живы. Похуй им на еду. Ничего особого страшного не случилось. Мы еще позволяем как-нибудь посмеяться. Ну где вы в основном? На Павлике? Где-нибудь бываем. Я понял. Не надо каждому интересоваться, где мы бываем. А то мы, блин, иногда уже не выйдем. Ну да. Тут же неизвестно, кто за что интересуется. Ну да. Дядь Сань. Кто-то, блин. Дядь Сань, я хочу... Можно я скажу, а? Или нет, нахуй? А в этой жизни, блядь. Валяй! Офицер смотрел. Валяй. Рот закрой, а? И ты тем более. Значит так. Ой. Сейчас колючий причешет. Ой. Вот, честно говоря, да, честно говоря. За меня причешет. Ну, пошел ты в жопу, а? Это не я, это он. Ой. Ну это мы так между собой. Это мы так между собой. Горынкает вытянем. У него спина большая. Ну, дядя Вова хуль, блядь. Здоровье. А, как сегодня, блядь. Получилось, блядь. Ну, это так, между случаем. Получилось, да. За Горынкой попал встречи. Сидело 5 человек, и почему-то побежал я, блядь. Потому что я услышал, когда он начал верещать, там с какими-то придурками, блядь, я хуй его знаю. Дело-то не в этом. Ладно. Сказки сказками, близко впереди. Ребят, вот честно говоря, если я такой мудак не пищу, да, заберите меня, хотя бы кто-нибудь, заберите. Буду работать, только я не хочу на стройке, и нельзя. Это потому, же что-то, блин. Что ты, блин, ебаный?
Уже похуидали, блядь. А, уже чурка обозвали. О, видите, блядь. О, такие будаки. Ну ты же чурка. Стоять. Да я что за чурка? Да пошел ты в жопу, а. Вот. Нас тут чуть не чурками обозвали, блядь. Ребят. Всю жизнь живем в России, блядь. Чурками я... обозвали. Да. Полжизни боялся вообще, чурками обозвали, это... Ладно, мужики. Мужики, ребят, если у вас есть девчонки, если у вас есть какой-нибудь там порядочек, какая-нибудь канитель, ну, в смысле, там, убраться, там, еще что-нибудь, я горничком пойду, не вопрос. Я хочу подзаработать маленечко, хотя маленечко. Не важно, сколько мне заплатить, да, не серьезно. Но отношение самое, самое людское. Вот и все. А я умею делать. Поверьте мне. Поверьте мне. Я умею. По технике. По осадку вообще не вопрос, про полоть, еще что-нибудь там, ну, я не знаю, что должен сделать, ну, я могу, просто могу, я не специалист, я не профессор, я не какой-то еще там какой-то мудак, лупишек, как называют некоторые, блядь, но я умею. Просто-напросто. Потому что меня научила жизнь. Жизнь меня научила. Ребят, и это умею делать. Поверьте мне. Вот и все. Вот и все. Захотите? Юмичи, я когда дам. Привет, Татарин. Я тебе просто прямолинейно скажу. Если ты меня сейчас смотришь в прямом эфире, прямой эфир, поверь мне, это тебе досталось не такой легкой ценой. Я скоро приеду за тобой. Прямолинейно говорю. И ты не думаешь, что ты взял все так легко у меня. Скоро я отберу у тебя. Запомни, Горыныч, я очень жесткий, но когда придет момент, ты получишь себе пулю в лоб. Прямолинейно говорю, не боюсь это сказать, в прямом эфире. Аут. Больше не убить. Марат, я был очень долготерпив. Татар, армян ты не наебешь. Я вернусь за своим. А мое ты отдашь. Ты же не будешь мой хуй в рот класть себе. Прямолинейно говорю. Все. Я лично человек поддержку, да, вот, делался сон, я звонок колючий, да, делался в том, что с этим человеком я отношусь по-любому, знаю и буду знать, но я за него впрягусь по-любому, если меня даже похоронят, даже там, убью, просто убью. Не, обязательно, я сегодня на пораньше поставлю, где-то на 12 дня видео поставлю.
Там часто. Да пусть завидуют. Пусть завидуют. Да не получится, ребята, не получится. Нас между собой разругать не получится. Вы поверьте, вам, конечно, домашним не понять. А мы вместе с друг с другом проходим очень много чего. Вот поэтому мы такие крепкие. А вы слабаки. Вы слабаки! Хочешь ничего сказать? А ты скажи ей, дай чтобы они услышали. Дай ему еще раз выебу, а? Я живучий, блядь. Дебил ты этакий. Да ну сволочь, блядь. Ты сейчас или после, а? Ну давай. Ой, блин, дай. Михалыч говорит, мы же думали, это медведь. Собака гибель. Значит так. За рыбалку. За рыбалку? Это мне больше нравится. А что? А рыбу что, не ту ловишь, что ли, нахуй? А ты что жрал-то, ебаный в лоб? Копченый, блядь, хороший, блядь. Ну, чё ну, блядь. Дай это после, нахуй, ёбаный брат. Дай покури. Самое главное, как поймать. Как поймать? Рыбу вот надо ловить. Так, подожди. Умно. Так. Ну, подожди ты, святой отец, карнацей. Ты сам тебе налил, а мне не дал. Рыбу надо ловить умно. Слышь, ты крадик хуй, блядь. Еды смотри, блядь. Умом России не поедет. А сыну, в общем, не изменить. В России есть другая смотри. Да Россию надо просто верить. Кто заболел? Слово не давай! Я что, блядь, ебаный посрал, нахуй! Я здесь! Ты что, на них пойдем? Я на них нет. На кого? Нет. На кого иди? За них уже не пойдем. Больше ни разу. Мы уже ходили за них. Их уже больше, чем нас. Кого? Чура. Там никого нет. Чурок, ёбаный. Ты дрочишь, там да никого. Да, а кто, блин, там будет в этом знаешь, магазине? Знаешь, ты долбоешься, там никого стоп, нет. Стоп, машина! Пожалуйста, блин, камеру. Кто торгует в этом магазине? Кто торгует в этом магазине? Кто вообще чем, блядь, вообще а торгует? А при чем здесь магазины? Вот стоят. А кто государству платит налоги? Бабушки, которые живут в этом доме. Вот слышь, и все. Слышь, я ебал тебя, Путин. Слышь ты, дебил. Меня такой... Ты сам дебил. Подожди, у меня такой бессмен. Что ты торгуешь? Или я? Дурак ты. Блядь. Иди там. То ли я ебал, грузь не еду. Оплатьте, блядь, бабушки. Заебись. Налоги. Которые ебанулся детки, блядь. Да иди в жопу, а. Ну ты туда же. И меня туда же послали. Я не вову, блядь. Нихуя себе сказал я тебе. Кого, куда? Вон их сколько, блядь. Чурок вот и туда. На каждом углу я захожу, блядь, чисто во двор своему другу. Чурка. А что вы здесь сидите? Я говорю, тебя волнует. Ни один дворник, дядя Саша, который раньше был с метлой, он убирался во всей округе. Никогда бы не спросил, а что вы тут сидите?
умеет с копейки, ничего. Он, конечно, запечатлел. Но дело совсем другое. А что вы здесь сидите? А что вы здесь, блядь, кушаете? А что вам не здесь, блядь, сидеть? А вот там вот кафе есть. Ёб твою мать, блядь, нахуй! Вы кафешек наплодили, блядь, дохуя и больше. Путину, блядь, обращайтесь. Бледель наплодил, блядь, нахуй. Чертовских, блядь. Не русских, блядь. И что? А русскому человеку что? Нельзя, блядь, вот просто посидеть на скамейке, покушать, блядь.